Ассаламу алейкум. Все мы вчера видели, читали, смотрели новости про то, что произошло в Белгороде. Вот, и по сообщениям туда не вторглись украинские войска, туда вторгся так называемый Легион Свободы российской. Российский регион свободы. Так вот, мне бы хотелось, знаешь, как-то слово сказать по этому поводу. Я думаю, что не найдется ни один чеченец, который будет против вот этих слов, которые я сейчас скажу. Мы против того, чтобы у России был бы какой-то легион, какая-то армия или какое-то военное соединение. Потому что если Россия сохранит свою власть, и у этой России будет армия, то она обязательно, однозначно, на все 120 даже процентов опять начнет войну на Кавказе. Это их прерогатива, это они считают это своим долгом. Так что поэтому я против того, чтобы у этого легиона были танки, БТРы, вообще техника, и вообще, чтобы этот легион был. Потому что отсутствие военной структуры у россиян – это залог мирного неба, спокойствия в моем регионе, то есть в Чечне. Это самое важное. А то, что они сейчас под шумок пытаются, типа, мы освободим Россию, мы третий, десятый – нет, абсолютно нет. Ни под каким соусом мы, чеченцы, этим вещам не будем покупаться. Мы против того, чтобы у новой России, у старой России, у будущей России. Вообще разницы нет. Хоть какой России, чтобы была армия. Мы против этого. И всегда будем против. Потому что мы знаем, что это такое. Когда мир трусливо молчал, именно эта армия нас убивала и бомбила. Поэтому нам не нужна. Нам не нужен сосед, у которого есть военное соединение.